Всем привет. Короче, старый туалет у нас пришел в негодность. Надо нам построить новый. Вот он старый. Будем строить новый. Закупили материалы на 12 тысяч. Туалет будет золотой. Ой-ой-ой. Я отскочила. Держать? Ха, что это у нас? Брус не 6 метров, а больше. Давайте с этой стороны замерим. Вон где красная точка есть. Давайте еще раз перемерим. Оттуда, от начала возьмите. 3 метра должно быть. 3 метра. 3. Давай иди сюда, вот к этой точке. Держи. Держишь? Да, брус длиннее. Так, сколько тут у нас? Метр. Короче, вот тут метр. Здесь я. Все. Разрезаем наш брус на 6 равных частей по 1 метру. Пиливаем. Короче, распилили мы брус на 6 равных частей по 1 метру. Чуть-чуть замудрился я немного. Он сделал пазики, шип-паз, можно так сказать, обозвать. Опа! И будем вот так вот прикладывать. И будем делать вот такой вот ровненький квадратик. Так, 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 сяк. Короче, это будет у нас низ основания. Сейчас прикрутим, потом покажем. Короче, соорудил вот я квадрат из бруса 100 на 100. Квадрат метр на метр. Шип, паз как бы вот так вот сделал по краям. Засаморезил саморезами, соточками. Так, теперь будем делать стойки. Передние стойки туалета будут высотой 2 штуки по 2 метра 10 сантиметров. Задние стойки туалета будут высотой 1,90 м, 2 штуки. Приступаем к распилке. Так, вот поставили стойки. 2,10 м, 2 штуки с одной стороны, 1,90 м. Поставили заднюю часть. Вот, прикрепили вот такими уголками усиленными 100 на 100. Вот так вот. Сейчас будем соединять вот эти вот боковые части. Здесь вот так вот будем соединять боковые части с той и с той стороны и делать трон, сидушку. И как раз у нас все вот эта вся конструкция выпрямится, будет ровной. Продолжаем дальше сверлить, пилить и делать наш туалет. Оставайтесь с нами. Так, короче, вот здесь вот еще выпилили пазы на расстоянии, получается, от этого низа и до этого верха 40 сантиметров. Сделал паз. И на этом бруске тоже сделал паз. Паз в паз сложил. Вот здесь будет, короче, сидушка. Вот так вот. Две стороны
Сейчас буду скручивать. Одну сторону скрутил. Сейчас еще одну сторону скручу. Потом будем вот здесь вот посередочке крутить, вертеть, пилить. Вот. Потихонечку, чуть-чуть складываем конструкцию. Собираем дальше. Вот так вот соединили оставшиеся бруски. Поверху, короче, соединили вот так. Здесь косячок небольшой. Надо было мне отпиливать с другой стороны. Я отпилил все спереди. Ну и ничего. Вот эти вот бруски уменьшили на 10 сантиметров. И приделали их вот так вот кверху. Сзади так вот. Здесь вот получается паз в паз. Отделили для подкрышки с унитазом. Будем сейчас все зашивать досками. Да, еще вот, короче, уголками усилил. Сотками вот здесь вот. С двух сторон, короче. Везде вот так вот. С двух сторон забацал. Вот. Короче, вот такая вот конструкция у нас вырисовывается. Все, будем сейчас ее зашивать, эту конструкцию. Оставайтесь с нами. Начинаем обшивать. Начало есть. Внутри доски настелили, чтобы потом нам вырезать, так сказать, дырочку. И сейчас начнем сбоку, с боков обшивать доверху. Вот так вот. Так, вот, сколотили мы три стороны. Досками обшили вот так. Доски второй сорт. Толстые, тонкие. Всякие тут, короче, есть. Вот, три стороны обшили. Полностью вот так вот. Снутри у нас получилось. Примерно. Вот так вот. Еще здесь нам нужно будет постелить пол, положить и вырезать люк. Далее сделать дверь и крышу. А потом будем разбирать. Вот это все разберем. Это все разберем. Дальше тут будет выгребная яма. Заложим кирпичами. И вот это вот перенесем. Конструкция получается очень мощной. Так что будем делать дальше. Продолжать строить нашу махину. Оставайтесь с нами. Так, вырезали сидушечку. Вот такую вот. Сделали обрешетку для крыши. Вот она, обрешетка для крыши. И уложили лист железа, который у нас был. Мы его отпилили, вот так вот положили. Вот. Засаморезили. Вот так вот. Лист железа положили. Все, сейчас его обработаем антисептиком. Вот здесь вот уголки будут. Еще уголки куплю, так, чтобы вот это закрывалось. И будет нормалек. И дверь. Сейчас его покрасим, обработаем обработкой. Ну, там специальную купили, 3 в 1. И антисептик, и краска, и все. И вот обработаем корпус туалета. Все. Будем дальше делать. Так. Доделали наш туалет. Сделали дверь, покрасили септиком 3 в 1. Установили уголки 100 на 100 по краю, забацали. Вот такой вот у нас вышел туалет. Вот такой вот туалет. Внутри мы тоже сделали септиком. Вот так вот забацали септиком. Да, сделали вот здесь вот такой вот жопа унитаз. Опа! И установил свет. Опа-на! И все будет хорошо, все будет нормально.
Так что берите на заметку. Вот такой вот туалетик у нас вышел. Самый такой нормальный. Вот такой вот туалет. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, как я сделал туалет. Хорошо или очень хорошо. Всем пока!